Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас 7 апреля 2021 года. Я продолжаю наш цикл об ожившей поэзии «Замолвите слово». Это будет уже 1010 выпуск. На самом деле это 101 выпуск. Но вот эта цифра 1010 говорит о том, что сегодня мы просмотрим уже 1010 композиций только в этом цикле нашей ожившей поэзии. Я надеюсь, что мы таким образом все-таки просмотрим все композиции ожившей поэзии, наверное, через год, а потом, может быть, начнем даже, да нет, наверное, может быть, даже и не успеем, ибо у нас сейчас уже, 5000 композиций где-то месяц назад было, а так как мы делаем, 3-4, будем даже 3 считать композиции, то у нас уже 5150 композиций. И так они нарастают снежным комом. Вот вчера я не провел обзор, и у нас накопилось уже на 2 обзора тех произведений, которые надо бы вам показать с тем, чтобы и рекламу их увеличить. Итак, сегодня по традиции я пару слов скажу о наших секретах. Я все делаю экспромтом, даже не знаю, о чем вам сейчас лучше рассказать. Но, пожалуй, давайте как раз на этом и остановимся, как раз на этой статистике. Наша статистика тоже не всем известно. И я сейчас вам расскажу о том, что сделала наша ожившая поэзия, и немножко об истории ее. Фактически наша ожившая поэзия начала работать в полную силу в мае 2017 года. И я так даже решил отмечать ее рождение именно маем, не помню точно какое число, но это не важно, именно в мае каждого года. Так что скоро мы будем отмечать, но получается, мы отмечаем 4-летие. На самом деле, до того я работал еще где-то 1,5 года, но совершенно в других темпах, совершенно только начинал, еще не знал, как все это делается, еще старыми методами. Вот поэтому фактическое рождение нашей ожившей поэзии, и я все-таки должен считать 2017 год, 2017, и скоро мы будем отмечать 4 года нашей ожившей поэзии, а в следующем году будем уже отмечать 5 лет. Вот, но все равно я должен считать тогда, когда мы начали, хотя саму ожившую поэзию я начал все-таки в 2017 году, и пару слов, как я ее начал. Я ее начал, познакомившись в интернете с творчеством Ахтаевой. Ева Ахтаева – это поэтесса, которая вела свою ожившую поэзию. Но, видимо, у нее так сложилась жизнь, что она ее быстро прекратила. И я спросил разрешение у нее на этот бренд. Она мне разрешила, и я начал
крутить свою, так сказать, развивать свою ожившую поэзию. Так что фактически наша ожившая поэзия родилась в мае, потом я уточню какой-то, сделаю определенный день, в мае 2017 года. Но, пожалуй, все, я, к сожалению, не могу много тратить времени, ибо нам надо в каждом обзоре показывать не менее 10 произведений. И сегодня вы услышите, сегодня большой религиозный праздник, Благовещение Богородицы, Святой Богородицы. Я, к сожалению, в этом не особо разбираюсь, но безусловно, это очень важные праздники, и очень много поэзии посвящено всем праздникам. У нас очень много произведений, особенно на Пасху. И вот поэтому мы сегодня послушаем в начале произведения Александра Сергеевича Пушкина «Ты, Богородица моя», затем на стихи Вероны Шумиловой «Книга любви моей». Сегодня я сочинил замечательный романс, я думаю, он вам понравится. Затем сегодня же я сочинил на стихи Ларисы Рубальской «Ты меня о возрасте не спрашивай». Тоже замечательное произведение, я думаю, вам понравится. Затем послушаем. Вчера сочинил «Весна тебя жаждет и ждет» слова, музыка, исполнения Самуила Фрумовича. Затем послушаем произведение, которое связано с этим праздником. «Пресвятая смотрела с укором на стихи Галины Моховой». Затем это Галина Мохова, одна из первых наших соавторов. Затем для разрядки послушаем Булата Акуджаву, «Виноградная косточка» в моем исполнении. Замечательная, я считаю, шедевр нашего великого Булата Акуджавы. Затем послушаем «Под звуки блюза» на стихи Тианы Бергман, это новая наш соавтор новый. Затем послушаем Верона Шумилова «Мне надо отплакать». И если успеем, «Я к тебе обращаюсь, Христос» на стихи замечательного поэта Бориса Воловика. Мы сейчас с ним не работаем, но я на его стихи сочинил более 60 замечательных композиций. Итак, давайте начинать, чтобы нам успеть все послушать. Может быть, мы успеем даже больше. Итак, Александр Пушкин, «Ты, Богородица моя». Сейчас я звук сделаю, и мы послушаем это великое произведение Александра Сергеевича Пушкина. «Ты, Богоматерь, нет сомненья, не та, которая красой мила только Дух Святой, мила ты всем без исключения, ты, Богоматерь, нет сомненья, не та, которая красой пленила только Дух Святой, мила ты всем без исключения, не та, которая Христа родила, не спросясь супруга, есть Бог другой земного круга, Ему послушна красота, не та, которая Христа родила, не спросясь
супруга, есть Бог другой земного круга. Ему послушна красота. Он Бог порвите була мура, и мучись ему тешили я. Он без тебя, ты мать Амура, ты Богородица моя. Он Бог порвите була мура, и мучись ему тешили я. Он без тебя, ты мать Амура, ты Богородица моя. Следующая композиция Верона Шумилова, книга «Любви моей». Сегодня я... Друзья, послушайте новую музыкальную композицию. Книга. Музыка исполнения самого Моича из цикла «Ожившие поэзии». Книга любви, книга тайных миров, увлечений, спрятанных в нишу от чьих-то непрошенных глаз. Книга любви, книга страсти, молитв, отречений, грусти, тоски, что тревожили сердце не раз. Ночь за окном, и она открывает страницы. Столько любви и волнений для мысли моей. Строчка моя начинает вдруг крыльями биться. Надо и тайну сейчас разделить на двоих. Строчка моя начинает вдруг крыльями биться. Надо и тайну сейчас разделить на твои. Тайна моя, я лишь книге ее доверяю. Сколько же слов упоительных той для вас. Надо открыть эту тайну, я истину знаю. В книге так много волшебных чарующих фраз. Книга любви, книга тайных миров, увлечений, спрятанных в нишу от чьих-то непрошенных глаз. Книга любви, книга страсти, сна, огорчений, грусти, тоски, что тревожили сердце не раз.
сожалению, я должен прервать. Следующая композиция «Ты меня о возрасте не спрашивай», Лариса Рубанская. Следующее. «Весна тебя жаждет и ждет». Слова, музыка, исполнение Самуила Фрумовича. Музыка, исполнение Самуила Фрумовича. Цикла «Жившая поэзия». Старайся, старайся, весна тебя жаждет и ждет, и солнышко, ветер, и дождь, природа проснется. Родная, весна тебя жаждет и ждет, и солнышко, ветер, и дождик, природа проснется при нем, и птички споют тебе трели, и песни споют соловей, заждался тебя без. Где-то в корней, скорей напиши ему строчки, страдания, страсти, любовь, скучает без этого лира, не слыши ее вечный сон. Старайся, старайся, родная, весна тебе жаждет. Природа проснется при нем, и птички споют тебе трели, и песню споет соловей. Заждался тебя, а безумия нет новых занята корней. Следующая композиция «Пресвятая смотрела Сукоров», стихи Галины Моховой. Старая композиция, видите, всего 11 просмотров. На пригорке стояла церковушка,
одиноко стояла вдали, а напротив жила мать-старушка. Разлетелись ее снегири, в церкви тропку она протоптала, на коленях молилась и там. Пресвятая, что всем защищала, и здоровье просила сынкам. В церкви тропку она протоптала, на коленях молилась и там. Пресвятая, что всем защищала, и здоровье просила сынкам. Сберегу их молитвой твоею, Пресвятая, прошу, помоги, может, я их молитвой согрею, если холодно им там вдали. Время шло, и однажды старушка помолиться с утра не пришла. Не дождалась старушки церквушка, Пресвятая молилась сама. Время шло, и однажды старушка помолиться с утра не пришла. Не дождалась старушки церквушка, Пресвятая молилась сама. Следующая композиция Булата Куджава «Виноградная косточка» в нашем исполнении. Прекрасно. Друзья, послушайте ноту Куджавы «Виноградная косточка» из цикла «Любимые песни ожившей поэзии». «Под звуки блюза» на стихи новой для нас поэтессы Тианы Зерстман. Друзья, послушайте новую музыкальную поэтическую песню.
вчера сочинил эту композицию. Композиция Верона Шумилова «Мне надо отплакать». Thank you.
надо понять, что любовь лечит раны и боли. Но ни к чему мне ключи, лишь ярко струйный ветер и зеленой химион. Стой, спи, главная роль. Приостановим. Друзья, если вы захотите полностью услышать, надо здесь набрать Фрумович и название произведения. Не надо отплакать. Следующая композиция «Я к тебе обращаюсь, Христос» на стихи замечательного поэта Бориса Головика. И на паперть отброшена чередой прокатившихся лет, закатилась мечта, как горошина, запечатанный счастье конверт. Жизнь кидается, будто бы нищенка на пороге у храма вопрос. У страны мы изгои лишние, я к тебе обращаюсь, Христос. Жизнь кидается, будто бы нищенка на пороге у храма вопрос. Страны мы изгои лишние, я к тебе обращаюсь, Христос. Но молчит наш Отец и Спаситель, на иконы отброшенный свет. Долетит ли послание в обитель, ждать, когда нам небесный ответ. Как в келье монаху не спится, по мраку застывших икон. Мироточит одна или синица, тень лампадки сошедший огонь. Мне как в келье монаху не спится, по мраку застывших икон. Мироточит одна или снится тень лопатки, сошедший огонь. Приостановим. Следующая композиция на стихи великого Евгения Евтушенко «Ты большая в любви». Друзья, послушайте новую музыкальную музыку исполнения Савелла Абрамовича из цикла «Оживший поэзия». Ты большая в любви, ты себе. Я робею
Друзья, я должен закончить. У нас уже лимит времени исчерпан. Спасибо вам за внимание. С вами был Самуил Фрумович. Всего вам доброго. До новых встреч.